Ребят, всем привет. Когда мы отдавали Гоше, было очень много комментариев. Я вас сейчас познакомлю, в принципе, с героиней этого вот сюжета. Но, как бы, я не ведусь на комментарии, я не могу всех собрать, к сожалению, потому что у нас всего здесь 30 соток. Ну, просто была у самой неспокойная душа за нее, очень она мне запала в душу, очень игривая, хорошая девочка. Вот, сегодня ее привезли. Да, Виолет? Ну, есть вариант на пристрой. Да, она очень молодая. То, что она уже стерилизована, в принципе, уже нам не нужно будет на это тратиться. Бирка установлена недавно, то есть еще ее вот подживает. Но она такая реально доверчивая. Она очень добрая и ласковая. Иди. Ну да, и по окрасу вроде неплохая, красивая, где как бы собачка. Я думаю, она относительно быстро может найти дом. Привет. Привет. Привет, привет. Ну, она настолько ласковая и доверчивая, что просто она даже с биркой может все равно от людских рук пострадать. Она, видите, вон какая. Ну да, она. Но она меня второй раз видит в жизни. И как к родной. И на цепи она, ну, чуть-чуть порвалась и все. Да? Мило. Фух, блин, ну, вон только. Еще какой бардак. Это кто привез вот эти поддоны? Это на дрова. Это на дрова. Это дрова? Да, это дрова. Вот еще, кстати, не заснял я. Вчера тоже привозили поддоны. Вот еще какая гора. Тоже надо все перебирать, разбирать. Будки, все дела. Вот. Работы много, но сегодня выходной, у нас ничего делать не будем, отдыхать только вот кашу варить, это вот такие пироги, ребят, да, и тут как бы вот жалко собачку, но тоже тут как бы так вот, как можешь сказать правильно, но не всесильно же, чтобы и собак с отлова забирать к себе. Во-вторых, у нас нет столько земли, у нас нету столько спонсоров. Да, и вот этот закон о СВВ, он так и подразумевает, что... Была бы наша воля с Марьей Ивановной, вот лично наша воля, мы бы всех собак собрали и оставили... И возможность, да. Воля и возможность. Нет, если бы я была миллиардерша, я бы купила... Это надо реально гектара 3-4 для того, чтобы у каждой... Да сразу 10. Чтобы у собак, они сидели по две особи, да, в вольере, чтобы у них был выгул, чтобы был, самое главное, персонал, который за этим ухаживал. Да. Даже, допустим, можно было бы собрать там деньги на еду худо-бедно, но кто за этим всем будет ухаживать, потому что это нереально. Это очень тяжело. Тут 200 собак, и то, сами видите, какой погром, разруха, и еще дело то начнет, то встает на месте, и то есть, ну, очень Дом тяжело. Под Донгузу это как раз и сарай нормальный. Это как раз будка для Донгуза. Да. Там прохладно в нем все равно. Прыгай. У нас, да, немножко тепло, потеплее стало. Ну, скоро эта радость уже закончится, скоро к нам придет осень. Начнутся дожди, и это вот пугает больше всего. Ну, это да. То есть света у нас нет, и непонятно, когда он будет. Да, кстати, по свету сегодня приезжали. Маш, расскажи, да, про свет. Ну, приезжали проектировщики, они посмотрели, нам можно вот за участком поставить столб. То есть они там поставят, и все, а дальше... Сами. Да, мы контора крупная, контора дорогая, вам не по карману, наверное. Вот, по времени они будут делать неделю проект, пока это будет на рассмотрении, пока подпишут, ну, все пока там. Подстанция придет, он говорит, ну, месяца два. А октябрь что-то вообще, это конец октября. Да сейчас уже холодно ночами. Да, по-моему, голос услышно, что холодно ночами. Опять пропал. Ну, короче, вот так вот. Новая собачка. А как ты ее Виола назвала? Да. Новая собачка Виола. Вот.
Ну тут как бы я даже, я сам только узнал, что вчера привезли ее. Я читал, конечно. Ее сегодня привезли. А, сегодня привезли? Да, просто я попросила. А. Я читал комментарии, но как бы этот... А оказывается, сегодня уже кто-то поехал, поймал. Ну, вот. То есть и привезли сюда. То есть вот она теперь будет... Это привет от Гоши. Жить. Да, привет, вон Маша говорит, привет от, ну, от Гоши. Хозяйка. А, Гоши? А, вот эта вот девушка. А, ну вот это. А она не с Гошаном приезжала? Нет, она с работы приехала. А, понятно. Так, где наши бутузики? Колобки? Что-то мне только что бегали, пальцы кусали. Уже нет никого. Так, ладно. Где там? Плюшка с милюшкой, со скачиком. Вот они, охранники, охранники. Да, Плюшек. На курочку. Курочку, давайте, давайте, курочку. Скай ушла. Ага, сейчас Скай пока. Давай, давай, тянись, Скай, иди, иди, Скай. Ай. Руку мне не сожрите, нет, Скай уши это. На, Скай уши, иди скорей. О. Что, прикусил? Аккуратно. Вон, дай черному, он слижет. Что-то щенки куда-то подевались. Разбежались. Вот они все отдыхают. Но у нас тепло где-то плюс. Плюс 21 сейчас. Вчера вообще была жара. 31 было. Но сейчас пока утро. Еще свежо. Вот она спряталась за углом. Точится. Я ребенка покормила, а сама еще не успела поесть. Ну, я Марии Ивановне сейчас шаурму привозил. А, под одну тяпку, да? Ну, это чтобы никто не видел. Ну, ладно, ребят, вот. Сегодня мы ничего делать не будем, стройкой заниматься. Наверное, скорее всего, возможно, завтра. Вот, сейчас тоже решаем... Раз света долго не будет, сейчас будем решать, что с генератором, искать генератор более мощный, более сильный, который потянет сварку. Скоро приедет 3 сентября, ну, как родственник наш тоже, и будет помогать нам варить. То есть будет он варить нам забор, но нам надо подготовиться к ему приезду, более мощный генератор взять в аренду найти. И тогда, раз света нету, делать тогда хотя бы так забор. В выходные переедет Толик, но в выходные я буду работать. Не знаю, девчонок попрошу. Че как, а там потом переезд они заснимут, не заснимут. И как у них получится. Но в эти выходные точно же Толян приезжает, да? В субботу, да. В субботу, да? Вот, в субботу. Сегодня у нас четверг, в субботу приезжает Толян. У нас, ну ладно, будем ждать Толика. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, будьте с нами. Всем до новых встреч!